США, активно помогающие Украине военной техникой и снаряжением, фактически поставляли в страну ненужный собственной армии хлам. Любопытные подробности выяснили журналисты «Вашингтон-Пост». Оказалось, что некоторые внедорожники были выпущены еще в конце 80-х. Видавшие виды машины непригодны даже для гражданских нужд, не говоря уже об армии. В украинских войсках журналистам рассказали, у некоторых вездеходов нет брони, а двери и окна из пластика. Еще деталь. Украинское подразделение из 120 человек получило, внимание, один бронежилет образца начала 2000-х. Анонимный источник в Пентагоне пояснил, действительно, в поставках мог попадаться и секонд-хенд, но ведь и старые машины, по его мнению, можно хотя бы разобрать на запчасти. Напомню, военная помощь Украине уже обошла Соединенным Штатам в 260 миллионов долларов, и на 2016 год в оборонном бюджете еще около 300 миллионов. Причем, несмотря на достигнутое в украинском конфликте перемирие, теперь запланированы поставки летального вооружения.